оторвемся от философии, от всяких жирных жоп и о прекрасном. Вот очаровательная артистка Екатерина. И сейчас мы попробуем ее записать наконец-то. Ну хотя тут гоблины тут же возникли и будут. Екатерина, наконец-то я до вас добрался. А, это же вы были? Это да? Же я был, да, у вас память, однако, хорошая еще. Ну, понимаете, огород, сад, там, дача, и, в общем, закрутило. Раза три ходил, вас не было. Вчера вас не было, ваш конкурент с саксофоном сказал, что вас не было. Угу. Дима, который живет на моем квартале, оказывается. А, да? Такой гордый собой. Конечно,
Ну, браво. Браво. Привыкайте к популярности.